14 апреля в Омской области стартовал молодежный патриотический марафон «За мир, за Россию, за будущее». Событие посвящено 77-летию победы в Великой Отечественной войне и проводится в поддержку российской армии. На первом этапе студенты 6 омских вузов приняли участие в дебатах на тему «Гражданственность и патриотизм». В этом марафоне мы участвуем уже не первый год. Ребята у нас, я и сам когда-то был просто участником. Сегодня я привел команду уже нашего университета. И хочется сказать о том, что в нынешней ситуации ребятам была дана возможность высказать свою позицию по той или иной причине, либо вопросу. Молодежь обращается к тем историческим истокам, которые предшествовали тем событиям, которые происходят сегодня. Да, молодежи не безразлично, какое будущее будет у нашей страны. Да, молодежь у нас не инфантильна, молодежь у нас активна и рад за то, что у нас действительно растет достойная смена. Обсуждали сразу несколько тем, связанных с историей Великой Отечественной войны и созданием в школах военно-патриотических клубов. Представители дискутирующих команд приводили аргументы «за» или «против», а также отвечали на вопросы членов жюри и оппонентов. Наша команда представляла такую позицию, что память о Великой Отечественной войне и исторические факты нельзя забывать и по сегодняшний день. Дело в том, что победа Советского Союза оказала огромное влияние как на историю нашей страны, так и на историю всего мирового сообщества. Поэтому наше поколение должно до сих пор чтить и гордиться подвигами наших предков и только приумножать эту гордость и память. В результате все участники диспута продемонстрировали умение полемизировать и сумели привести веские доводы в пользу своей точки зрения. На следующий день дебаты провели представители среднеспециальных учебных заведений.